Объясняю правила предстоящей сделки. Сейчас в этом сейфе 60 миллионов евро. Код от сейфа знаю только я. Большим баблом запахло. Игра началась. В этой игре нет победителей и проигравших. Антон погиб ночью. У Антона есть брат? Какой-то мелкий жулик. Ну, здравствуй, дружок. Дядечки, вы кто? У каждого свой интерес. Вы хорошо подумали. Ведь это война. Пока в игру не вступит хамелеон. Я скажу вам пароль от сейфа. Но при одном условии. Я хочу занять место Антона. Где сейф? Что происходит? Может, мы зря его поставили, а? Ладно, ну слово хамелеон. У нас были другие варианты. Дмитрий Пчела. Кто из вас брата моего убил? Хамелеон. А на чьей ты стороне? Я сам за себя. Премьера в воскресенье в 20:20 на НТВ.